Подарок к светлому празднику. Президент Грузии подписала акт о рождественском помиловании. По решению главы государства на свободу выйдут 5 заключенных. Это решение принималось мною лично, оно не является пересмотром судебных решений. Это исключение, которое практикуется во всем мире. В этот список не вошел священник Георгий Мамаладзе. Он отбывает наказание по делу о готовящемся покушении на высокого иерарха православной церкви. Это решение принято исходя из того, чтобы не вызывать волнения в обществе. Георгий Мамаладзе был осужден на 9 лет в сентябре 2017 года. Его признали виновным по делу о цианиде. Священнослужителя задержали в Тбилисском аэропорту. Он направлялся в Германию, в клинику, где проходил лечение патриарх Илья II. В багаже у Мамаладзе обнаружили цианид, а при обыске в доме огнестрельное оружие и патроны.